Историю завода делают люди. Для многих сотрудников собственная судьба неразрывно связана с развитием уникального сибирского предприятия. Сегодня мы расскажем о кладовщике УГМ Валентине Плотниковой. У нее двойной юбилей. Круглая дата рождения и 30-летие работы на Новосибирском электродном заводе. На заводе всегда в цене преданность делу и опыт. Про личные праздники каждого здесь тоже не забывают. Но если у сотрудника юбилей, то поздравления будут непременно в торжественной обстановке. Поздравляем, спасибо. Свой трудовой путь на заводе Валентина Плотникова начинала с кондитерского цеха, а спустя некоторое время перешла в кладовщики. Оказалось, что эта работа – ее настоящее призвание. Цех очень большой, мы ремонтники. У нас в каждом основном цехе есть наш участок. И поэтому мы, то есть моя задача вовремя обеспечить материалами ремонт технологического оборудования. В ее ведении инструменты, материалы для ремонта, средства индивидуальной защиты. А проще говоря, болты, гайки, рулетки, краска, масло и много чего другого. Все это нужно получить, оформить, выдать, а потом списать. Это все для слесарей, ремонтники крутят гайки везде, болты, гайки. Здесь все по полочкам. Каждая единица записывается в тетрадь. Беспорядка нельзя. Поэтому с забывчивыми и рассеянными разговор будет строгий. Потеряли, несите. А где я возьму? А потерял. А я где возьму? Вы брали у меня? Да, брали. Несите. Несут и ищут. Находят? Находят. Несмотря на строгий подход, коллеги любят и ценят своего кладовщика. Ведь Валентина Дмитриевна очень активный и жизнерадостный человек. Приходится обращаться к Валентине Дмитриевне прежде всего. И очень часто обращаемся и по нужным мыльным, и всяким верхонкам, варежкам, ну и по всем таким делам. Очень всем нравится. Никогда не сказала ничего грубого, никогда не сказала там ничего плохого. Всегда помогает нам, как бы, если что-то нужно, мы обращаемся. Свою энергию она черпает в работе. Признается, что без завода себя не представляет. Коллектив давно стал родным, а юбилей – просто очередная веха в насыщенной повседневными делами жизни.